Жар-то какой был. Машина в лепешку. Скорую надо вызывать. Голову ему надо ровнее. Руки уберите! Всем отойди на два шага. Аптечку быстро! Делайте, что говорю, я врач! Я умираю. Нет. Эй, тебя как зовут? Андрей. Кем работаешь, Андрей? Менеджер. О, видишь, я теперь знаю, как менеджер выглядит. Говори со мной, слышишь, говори. Так больно? Болит. Да, вот здесь болит? Это хорошо, что болит, значит, живой, значит, все будет хорошо, понял? Значит, все будет хорошо, Андрюха, не отключайся. Слышишь, не отключайся. Алло, алло, Павел Сергеевич, у тебя кто сегодня по скорой дежурит? Оганесян? Отлично. Слушай, у вас тут за поворотом авария, вышли его ко мне с реанимацией, срочно. Да я понимаю, что рук не хватает, только и здесь тоже случай непростой. Сейчас, подожди, у меня вторая линия. Алло. Алло, Дим, ты где? Да я здесь, на объездной. Так далеко? Михаил Ефимович уже подъехал. Я скоро буду, Алис, займи его чем-нибудь. Ну чем, Дим? Это ведь тебе нужна помощь министерства. Мне, а больница. Дим, ну я уже третий раз договариваюсь. По-твоему, я тогда должен был плюнуть на больных? Да нет, конечно, но в третий раз. Алис, не переживай, лечу, прости, у меня вторая линия. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Ну, и где же ваш муж? Небеса разверзлись, и пламя низверглось на головы ассимразийцев. А я вас знаю, вы же профессор Долгов, да? Да. Вы у нас лекцию читали в Институте повышения квалификации. Да. Там же народу много было. В коридоре толпились. К вам все хотели попасть. А где Оганесян? А он на срочном выезде, я вместо него. Ну, Павел Сергеевич. Ладно, поехали. Ага.
И вот представьте, Дима читает доклад, и вдруг все эти снобы-хирурги один за другим отрываются от своих планшетов, начинают прислушиваться к переводчику и шикают на тех, у кого звонят телефоны. И в зале наступает такая тишина, что я видела. Димка даже смутился, представляете? Определенно, Дмитрий Евгеньевич, и хирургия созданы друг для друга. Он убежден, что больше ни для чего другого не приспособлен. Ему повезло не только с профессией, но и с женой. Спасибо. Светик! Светик! Света! Светлана! Ау! А, вот и девонька моя пришла. Не запылилась. Где шлялась, бездельница? Уморить меня задумала. Таблетки-то тю-тю. Наследство захотела. В аптеке была. В аптеке? Ты, папочке-то, не ври. Плохо я тебя воспитывал. По мужикам бегала. Секунду. Слушаю вас, господин Глебов. Что значит, я должен быть в суде? Мне начхать на эту вшивую подписку о невыезде. Мне вообще на все начхать. Чтобы меня арестовали там, а потом в тюрьме, в камере, убили. Вы же профессионал, вы должны... Ну, хорошо. Подъезжайте. Адвокат доморощенный. Алиса, я признаюсь, у меня не так много времени. И если бы не вы и ваша настойчивость... Простите, но у Димы всегда столько операций. Еще добавилась эта больница на другом конце города. Вот и застрял в пробке. Он всегда говорит, эта профессия ко многому обязывает. О, да, Дим, ты подъехал? Нет, Алис... Слышишь, я ехал по объездной, там, где поворот, ну, знаешь, от 40-й больницы. Да, там всегда авария. Да, 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 вот именно. Ты что, попал в аварию? Да нет, нет, другому не повезло. Я долго с ним возился, и, похоже, придется еще немного. Слышишь? Что, скорой нет? Да есть, но не та, ну, господи, то есть та, но не совсем. Алис, слушай, неудобно сейчас говорить, я тебе потом все расскажу, хорошо? Целую. Да. Профессия обязывает. Евгений Иванович. Евгений Иванович, вы ждете, что я назову пароль? Я жду, когда придут те двое. А-а-а. Нас не должны слышать. Ну, мы могли бы встретиться в издательстве Чермака или у меня в офисе. Ага. Чтобы меня замочили без свидетелей. Кто? Вы что, не понимаете, что мне хотят отомстить? Убить. Ну, убить не знаю, а вот посадить вас точно хотят. Но по просьбе издательства защищаю вас я, поэтому пока что вы не сядете. Да вы хоть знаете, какие у меня связи? Осведомлен. Угу. Только пока никто из ваших высокопоставленных друзей пока не торопится вас спасать. Знаете почему? Боятся.
Ну, или не хотят быть причастными к этой, прошу прощения, клевете. А я ведь вам не нравлюсь. Михаил Алексеевич, считаете меня сумасшедшим? Евгений Иванович, чтобы я смог выстроить адекватную линию защиты, вы должны мне рассказать правду. Если все здесь ваша фантазия, пожалуйста, признайтесь. Ваше дело защищать, мое писать. Ну так вы пишите. Пишите, Евгений Иванович. Только вот это безобидная фэнтези. А вот за этот труд вам грозит реальный тюремный срок. Поймите, я не смогу вас защищать, если сам не пойму, зачем вы это писали, зачем вы втянули сюда реальных людей, да еще каких людей. Это пророчество. В каком смысле? У предсказаний всегда один смысл. Да я понимаю, да. Нет, завтра с утра никак. Завтра с утра у меня дистальная резекция, потом еще две операции. Диссертация? Не знаю. Давайте подходите после обеда в медицинский центр. Да, у меня там будет прием. Хорошо? Все, до завтра. Привет. Алис, я был в больнице. Я поняла. Спасибо. Выжил? Да. Ужинать будешь? Нет, я в больнице поел. Алис, слушай, я... Сейчас, извини. Сейчас. Да. Сейчас. В 8:30, чтобы пациент уже лежал у меня с анестезией. Первым давайте желудок, потом желчный, потом девушку. Да. Марья Георгиевна, подождите, у меня вторая линия. Алло, слушаю. А, Павел Сергеевич, как там мой? Страница 134. А президент банковской группы Сосницкий путем шантажа и подкупа лично организовал дефолт 98 года. Не кричите, я отлично помню, что там написано. Страница 147. Генерал Синяев выполняет заказ Сосницкого и лично убивает главу совета директоров Белоключевского. Вы понимаете, что Белоключевский жив. А Синяев не последний человек в прокуратуре, да и Сосницкий вполне себе здравствует, хотя и за границей. Евгений Иванович, чтобы отбиться от исков, нам придется все это доказывать. Добывать документы, свидетельские показания. Вы такой заговор тут разоблачили, просто убийство Цезаря рядом не стоит. А вы находите, что есть аналогия с убийством Цезаря? У вас 36 убийств в книге. Вы в каком конкретно хотите проследить аналогию? Евгений Иванович, ну... Вот интересно, если они до меня доберутся, вы таким же умным будете себя чувствовать? Евгений Иванович, ну... Ну, может, бог с ним, с Цезарем, а? С разоблачением, с заговором, ну? Вы умный, богатый человек. Вы всю жизнь у власти. У вас крупный бизнес. Вам зачем все это нужно? Хотите, чтобы я отступился? Зря стараетесь. Я пойду до конца. Хотя прекрасно понимаю, что это опасно и за такие вещи могут убить. Но ведь кто-то же должен. Мне спрятаться нужно на какое-то время. Я в больницу лягу.
О месте нахождения сообщу. Алис. Телефон. Это Эдик. Я позвонил Михаилу Ефимовичу, извинился, и мы с ним договорились встретиться в другой раз. Ну, конечно, что может быть проще? Мне нужно было проехать мимо? Нет, естественно. Но в больницу было ехать обязательно? Парень тяжелый. Я не был уверен, что они с ним справятся. Ну, конечно, кто, если не ты? Но я же извинился. Перед Михаилом Ефимовичем. А как же я? А что? Ты? Ничего. Просто ушла с работы на полдня, подумаешь? Алис. Да я знаю, знаю, Дим. У тебя завтра 3 операции, и одна тяжелее другой. Прием больных, обходы. Тебе на меня не наплевать. Ты просто очень сильно занят. Что ты хочешь? Дим, я делаю все для того, чтобы тебе хотелось возвращаться домой. Но тебе, по-моему, это просто не нужно. Ну, ты же хочешь детей. Ну, неужели в твоем графике не найдется минутки, чтобы просто поинтересоваться? Как мои дела? Слушай, 3-й раз звонит. Может, что-то важное. Сейчас. Ну, говори. Хочешь, прикол расскажу? Ты только для этого? Не-не-не, я по делу. Мне тут человечка одного надо пристроить. Возьмешь? А что у него? Да кто его знает? Какой-то большой начальник, бывший депутат. Ко мне через 3-й руки попал. Ну, он совсем уж как-то не мой случай. У него желудок. А ты же знаешь, я задницы до носы делаю. Так дядька этот все-таки откуда? От верблюда. Позвонит, скажет от меня. Все, возьми с него побольше денег. А, беру до нитки. Верится с трудом. Ты же у нас убогий. Только по тарифу уберешь. Ты за меня не волнуйся, Эдик. Угу. О, пациентку мою показывают. Ладно, Эдик, прости, но у меня 2-я линия. Пока. Ну, пока. Звоните по телефонам, указанным в конце программы. С вами была Татьяна Краснова. Увидимся в пятницу на канале АТВ. Поговорим. Алис. Дим, погаси свет, пожалуйста. Не надо. Вдруг кто-нибудь еще позвонит. Алло. Здорово, мамуль. Привет, мартышка. Ты почему не на уроке? Сбежал. Зачем? Как зачем? Ты всегда в 10:30 встаешь. Я же должен поздравить тебя с днем рождения. Так вот, ты самая лучшая, самая красивая, умная и прекрасная мать. Я тобой горжусь. Ты мой хороший, я тоже тебя очень люблю. Спасибо. Мам, короче, я после школы к тебе приеду в телецентр. Меня дед привезет. Мы тебе подарок купили, зашибись. А потом пойду с вами в ресторан. Все, короче, пока. А то завуч засечет. Ну хорошо, договорились. Целую, пока.
Ну, Коль, ну давай вместе вечером пойдем, ну неудобно. Ну что, Мань? Ну, пересдаем тебя, как в прошлый раз? Ага, да. Прилетай, подпишем договор. Ну и обсудим тираж, естественно. Ярослав, он козел. Маня, я чуть позже перезвоню. Я с тобой не спорю. Слушай, я звезд защищал, политиков. Разные экземпляры попадались, но такой персонаж первый раз. Какой дурак ты ему эту книгу выпустил? Миш, ну поначалу он мне все это принес. Я почитал, ну и, естественно, отказал. Тогда он нарыл какое-то издательство в регионе и выпустил там уже за свой счет. Фу, Ярослав, зачем тебе его проблема, а? Свечка? Да, Ярослав Владимирович. Не в службу, а в дружбу. Светочка, сделай-ка нам кофейку с конфетками, которые любит Михаил Алексеевич. Ты же помнишь, какие он конфетки любит? Конечно. Здравствуй, Михаил Алексеевич. Добрый день. Спасибо. Иди сюда. Вот посмотри. Посмотри. Его асимразийцы пользуются бешеной популярностью. Ну, глупо терять. Да и ко всему прочему, зачем нашему издательству это скандал? Асимразийцы? Угу. Да он старый маразматик. Пойми, быстро заменить его в линейке фэнтези я не могу, у меня контракты. Ну и ко всему людям же нравится. Ему выдумывать ничего не надо, он говорит, как бредит. Мишенька, пожалуйста, успокойся, не кипятись. Светочка все же документы по искам подготовит и готова их отвезти куда угодно, даже в больницу, где он собирается прятаться. Поверь, Миш, он не дурак. И все поймет. Почитает, включит заднюю и к нам придет. Пойдем кофейку выпьем. С конфетками. Слушай, та женщина с панкреатитом. Ну, мой пациент. Отказывается от операции. Дмитрий Евгеньевич, когда продолжим? Через 15 минут. Хорошо. Отказывается, говоришь? Угу. Там четвертая стадия, там без вариантов. Ей кто-то напел, что операционное вмешательство противопоказано. Вот что хочешь, то и делай. Дмитрий Евгеньевич спрашивает, что насчет завтра? Давайте сначала карциному желчного, потом дистальная резекция. Может, кофейку? Нет, через 15 минут начинаем. Поняла. Белочка, ты не переживай. Я с ней поговорю, и все будет хара. Что? Шо? Шо, правильно. Пойду посмотрю следующего, пока не под анестезией. Ага. О, ой. Прости, я просто очень тебя люблю. С днем рождения тебя! Ладно, Ритуля, ну не издевайся надо мной. 40 лет только все и начинается. Ой, что начинается-то, Ритуль? Мои отношения с пластической хирургией. Угу. А что, у Коли опять выходной? Иди сама у него спроси. Я не могу, он со мной не разговаривает. Он считает, что коллеги и работа мне дороже, чем он. Считает, что эту дату, ну она круглая, мы должны вроде как вдвоем были отмечать. Меня же каждый год поздравляют. Они же наверняка готовились. После эфира весь телецентр придет. Не могу же я им сказать, ах, извините, пожалуйста, у меня ужин, до свидания. Твоему Колечке обидеться вот проще простого. Ну, одна маята с ним. Да был бы мужик, работящий, а это ж паразит. Притуль, он хороший. Он добрый, умный, домашний. Домашний, как фикус. И постный, как моя жизнь. Прости, Господи. Что? Говорю, пойду чай Коле отнесу. Иди. Угу. Алло. Тань. Слушай, у нас тут шум на весь мир. Какой-то писатель издал книгу. Тут про Белоключевского с Сосницким такое написано. И про дефолт, и про заказные убийства. А самое главное, что все фамилии настоящие. И события подлинные, ты представляешь? Так, подожди, Ир, а что за писатель-то? Помощник депутата? Какой-то Грицук. Танюш, давай его в программу позовем, а? Я справки наведу. Это же бомба! Правда и ложь в книгах, а?
Ну, выясни все и зови. Увидимся. Давай. Ну что, может, все-таки поговорим? О. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, Татьяна. Да. Это Эдуард Бельман. Вы были недавно у меня на приеме, помните? Да. Я поздравляю вас с днем рождения. Откуда вы узнали? Как откуда? Ну, серьезно. Так по телевизору видел? А вы когда ко мне придете? Добрый день. Я к вам. Или уже больше не хотите, Татьяна? А, да я не знаю даже. Хочу, наверное. Замечательно. А знаете что, Эдуард Владимирович? А приезжайте лучше вы ко мне. А, к 20:00 вечера в ресторан телецентру. Хорошо. Сможете? Конечно, подъеду. У нас там пьянка-гулянка намечается по поводу моего дня рождения. Буду очень рада вас видеть. Костик, все, я заканчиваю и ухожу. Сиди. У тебя же щитовидка сейчас. Там проблемы с анестезией, я чуть-чуть перенес. У меня еще одна операция. Я уже рук не чувствую. Помочь? Да не, справлюсь. Да? Да. Здорово. О, здорово. Угадайте, ну кто меня сегодня в ресторан пригласил? Начинается. Министр здравоохранения? Бери круче. Краснова. Это кто? Краснова? Это та самая? Из телека? Именно. У нее юбилей сегодня. Я в числе почетных гостей. Ну, круто. А-а-а. Поздравляю. А то. Чай будешь? Буду. Краснова, ну, снизошла. Ты к нам-то каким ветром? Да ну тебя. Я тебе говорю, на меня звезда запала, а он... А серьезно? Был я у вашего главного, не Терентьева. Тут у мальчонки губа заячья тяжелая. Забираю к себе. Ну, только смотри, звезда пластической хирургии. У него мать бухгалтерша на консервной фабрике, так что денег нет. Знаю, но случай уж больно не рядовой. Да, разберемся. Да. Я видел этого паренька. Тебе богатейчик мой не звонил? Подожди. Алло, Павел Сергеевич, говори, как там? Подожди. Как там мой после аварии? Ну, смотри, привозит одну женщину. Ну, я заскочу на днях. Как? Шитая, Кравченко? Вся... А. Не знаю, как к ней подобраться. Ну, добро. Что это за человек? Давай. Дмитрий Евгеньевич, щитовидка ваша. Да, да, бегу, бегу, Марья Георгиевна, бегу. Ваша щитовидка? Моя, моя, балабол. Ты чего спрашивал? Дайте. А. Все, слушай, я глаза, ушел. Пока. Глаза не закрываются. Светлячок. Ну да. Все, все, перезвоню, перезвоню. Андрей. Нет, нет, милая. Целовать будешь, когда поправится. Ой, извините. Соня. Бормотал что-то во сне, и ангел-хранитель свой проспал. Ангела? Ну, профессора, который тебя на дороге спас. Он приходил, с врачами разговаривал. Приехал только из-за тебя, представляешь? Для Дмитрия Евгеньевича больной роднее родного. Одно слово – врач. Ну, как выпишут, мы сразу к нему поедем. Зачем? Как зачем? Поблагодарить. Да если б не он, ты что? Thank you.
Замучил меня этот Грищук. Или как там его, Грицук. Вся больница от него стонет. Сестры плачут. К нему в палату никто идти не хочет. Ей-богу, я его своими руками придушу. Костик, что ты так завелся? Нет, я, конечно, все понимаю. Он с министром здравоохранения за руку здоровается, хорошие деньги платит. Я-то тут при чем? Он мне не платит. Костик, он платит больнице, в которой ты заведуешь хирургическим отделением. Хочешь получить с него деньги за операцию, оперируй сам. Он у тебя хочет. Да какие у меня претензии? Вот ты носишься со всеми с ними, как с писаной торбой. Вот они и привыкли, что мы все должны перед ними расстилаться. Костик, мы людей лечим, а не машины собираем. Им страшно, понимаешь? Они боятся, диагноза боятся, ой, боли боятся, нас с тобой боятся. Это нормально, понимаешь? Твои, что ли? Мои. Забыл совсем, у меня сейчас аневризмо-брюшной аорты. Готовиться надо. Ладно, готовься. Подстрахуем. Костик, ты их не знаешь. Это дикари. Ничего, разберемся. Они вроде еще совсем зеленые. Спасибо. Я Грицука на себя беру. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Константин Евгеньевич. Я заведующий хирургическим отделением. Дмитрий Евгеньевич пока очень занят, поэтому занятия вместо него сегодня проведу я. Евгений Иванович, успокойтесь. Не напрягайте живот. Как мне прикажете успокоиться? Плачу такие деньги, а мной никто не занимается. Я целыми днями один. Да как вам не стыдно? Ой, что вы такое говорите? Я не с вами разговариваю, дамочка. Простите, Дмитрий Евгеньевич. Ой, смотрите, какие мы нежные. Ой. Значит так, у вас небольшая пупочная грыжа. Возможно, что-то по урологии. Я скажу, посмотрят. Операцию мы с вами проведем плановую в начале следующей недели. Вы меня слышите? Да. Я министру кланялся, чтоб скорее сюда, к вам попасть. Мне говорили, что уж долгов-то стоящий доктор. А что оказалось? У вас нет ничего экстренного. Мы вам проводим курс интенсивной терапии. В могилу вы меня сведете своей терапией. Послушайте, Евгений Иванович, я не настаиваю, чтобы вы оперировались именно у меня. Не вам меня учить. Вы еще в ассистентах бегали, когда я в министерстве руководящую должность занимал. Вам, Дим, приказал... сегодня прилетает Маня, мы идем в гости. Ты не забыл? Буду. Ну, конечно. На пациентов времени не хватает, а с мамзелями вертихвостить, пожалуйста. Вашей жизни ничто не угрожает. Пока. А насчет другой больницы я вам подумать советую. До свидания. Что значит «пока»? Что значит… Ой! О, привет! Привет! Ну что у нас с Грицуком? Слушай. Нашли племянника, он готов участвовать в программе. Да нам не нужен племянник, нам нужен сам Грицук. Господи, да что ж я сделать-то могу? Он на звонки не отвечает. Вообще какой-то мнительный. А в какой больнице? В 311-й. Но туда только родственники пускают. Таня! Похоже, кто-то из твоих навязчивых поклонников. Подряд. Я его знаю. Говорите. Дмитрий Евгеньевич, подпишите, ну, говорите, пожалуйста. Ну, кто? Дмитрий Евгеньевич. Кравченко, что-то случилось? Дима. Поблагодарить. Слушайте, давайте не сегодня, а давайте в следующий раз как-нибудь. Слушай, у нас обострение, вроде симптом Воскресенского, да. Поможешь? Да. Не-не-не, Белочка, я уезжаю, мы с Алисой сегодня в гости идем. Ты что, ты справишься, я в тебя верю. Да я боюсь ошибиться, случай неординарный. Как подъезжаете? Дим, это недолго. Я хорошо помогу. Спасибо, ты настоящий друг. Ой, Андрей, Андрей, ладно, подъезжайте. Все, пойдем. Идем. Пойдем. Понимаешь? Екатерина Семеновна, сейчас ко мне подъедет некто Кравченко. Помогите ему меня найти. Хорошо? Спасибо. Вроде картина ясная, но все как по учебнику. Так. Но я смотрю, нет, думаю, похоже. Поторопилась с диагнозом. Ой, было. Да ладно.
Здравствуйте. Здрасте. Девушка? Да? Вы Грицуко. Я вас помню. Да? Нитроглицерин для вашего отца. Я ему забыла отдать. У него закончился, а он требует. Замучил всех. Вы уж проследите, чтобы он им не увлекался. Прослежу. Спасибо. Да не за что. Таня. Таня. Эдуард Владимирович, было очень приятно с вами повидаться, но извините, мне пора работать. Татьяна, вам не нравятся розы? Мне нравятся розы, но я не могу брать их у всех, кто хочет мне их подарить. Дело в том, что я это не все. Таня, вы ведь мне должны вечер. Вам не кажется, нет? Тише, что вы кричите? Таня! Таня, вы позвали меня на день рождения, ну просто, чтобы позлить вашего мужа. Я это понял. Вы за весь вечер мне ни слова не сказали. Вы это помните? Эдуард, помните? А как я повез вас домой? Вы этого не помните, тише, потому тише, что вы спали, ну что вы, как младенец. А когда вы очнулись уже на участке и сказали: «Боже, да как же я напилась, а!» Тише, ну что вы кричите? Простите, пожалуйста. Простите, ваш муж дыру во мне прожег ненавидящим взглядом. Что вы хотите? Я хочу... Компенсации? Нет. Я хочу, чтобы вы поставили эти цветы в воду. Хорошо. Поставьте, пожалуйста. Да, я обещаю. Спасите эти цветы, я вас прошу. Хорошо, я уже взяла. Вы довольны? Я отпустите. Доволен. Все. Таня. Татьяна. Таня. Проверять и перепроверять. Я не понимаю, что вас не устраивает? Вас будет оперировать лучший хирург города. Может, хирург он и лучший? Да человечишка дерьмо. Плевать им на страдания больных. Что вы имеете в виду? Я просил у него нитроглицерин. Угу. Не дал? Не нужен, говорит он вам. А мне лучше знать, что мне нужно, что мне не нужно. Зачем вы тогда легли сюда? Ну, каково? Ну? Что вы молчите? Давайте, давайте, защищайте своего долгого. А я на него в суд подам. Говорили мне, предупреждали меня, что врачи циники, не люди. Я ведь не верю. Евгений Иванович, с вами все в порядке? Евгений Иванович. Вот тебе и симптом Воскресенского. Ой, Димочка, спасибо тебе. Без тебя бы я точно не справилась. Ой, я тебя умоляю. А случай действительно любопытный. Дмитрий Евгеньевич, там Грицук. Что? Приступ. Похоже, кардионевроз. Конечно, ничего особенного, но... Хирургия здесь бессильна. Ему психотерапевт нужен. Он здоров, как бык. Ладно, идемте посмотрим, что сиди, там. Иди, Дим, я сама посмотрю. Все равно обход. Спасибо. Екатерина Семеновна, показывайте дорогу. Пойдем. Где там ваш Грицук? Екатерина Семеновна, а меня никто не ждет? Нет. А этот, Кравченко? Нет, такой не спрашивал. Алиса звонила. И не один раз. Привет. День сегодня был просто ужасный. Грицук плешь проел. Пациент там один вредный. Здоров, как лось. Болячки на ходу выдумывает. Сразу видно, в
фантаст. Ты и Белла бы без меня не справилась. Я понимаю. Правда? Угу. Дим, ужин на плите. Поешь и ложись спать. Завтра снова тяжелый день. Угу. Но, может быть, вечером удастся и поговорить. Угу. Спасибо. Я перед Маней извинился. Я знаю. Ага. Дим, я утром была у врача. Пришли результаты обследования. Сейчас, подожди, это из больницы. Прошу тебя, но там же есть дежурный врач. Говорите. Чи-чи-чи. Грицук? Дим. Чи-чи. Я скоро буду. Алис, прости. Это очень важно. Я позвоню. Я позвоню! Адреналин, Гудович. Руки. Руки. Разряд. Давай, Брист. Дмитрий Евгеньевич, он... Делай, что говорю! Разряд. Руки. Давай, 400. Дима, он умер. Уйди отсюда! Дмитрий Евгеньевич. От кардионевроза не умирают, дорогие мои. Но иногда умирают даже здоровые люди, Василий Петрович. Вы тоже так считаете, Дмитрий Евгеньевич? Костик прав. Но если остановилось здоровое сердце, значит, есть причина. Вот. И вы, коллеги, ее просмотрели. Что ему давали во время приступа? Екатерина Семеновна сказала, что просто успокоительное. Ах, оставьте! Причем тут старшая медсестра? Не валите с больной головы на здоровую. Да у меня есть заключение всех специалистов. Тут врачебной ошибки быть не может. Чудесно. В моей больнице умер пациент, а я даже не узнаю, от чего. И это говорит профессор и зав. Отделением. Я говорю, что нужно разбираться. Так разберитесь. В конце концов, вы его лечащий врач. Посмотрите все анализы, обследования, я не знаю, назначения. Да я всю ночь смотрел, там все правильно.
Может, родственников расспросить? Он, кажется, упоминал что-то про сына. Вроде как сын ему вас и порекомендовал. Вы знаете этого сына? Нет. Костик, а ты? Нет. Так что не волнуйтесь. Наша апелляция на хорошем ходу. Я вам завтра по этому поводу обязательно перезвоню. Большое вам спасибо, Михаил Ильич. Мы нисколько не сомневались. Спасибо. Большое спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Пойдем. Здорово. Здорово. Проходи. Что значит, помер этот фантаст? Ага. Ну, уж правда убили, а? Уж все вместе боялся. Да вроде... Че? Сказали, что сердце остановилось. Сердце? Ага. Ну, а официальное заключение? Сказали, скоро будет. Ага. Понятно. А, слушай, Миш, а? Я вот что приехал. Надо бы его вещи забрать. Ты же понимаешь, там же все документы. Их могут отдать либо родственникам, либо его адвокату. А что это за родственники, я понятия не имею. Так что съезди, пожалуйста. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Мария Георгиевна, вы слышите, что я говорю? Мария Георгиевна, ему сейчас не до этого. Дмитрий Евгеньевич, а что насчет завтрашних операций? Все по графику, все как обычно. Угу. Ты уверен? Да. Я сейчас ухожу, Костик. Да сиди. Чай будешь? Да. Послушай, Дим, мне кажется, тебе надо домой. Угу. Поспать. Угу. Всю ночь на ногах. Не волнуйся, у меня крепкие ноги. Угу. Угу. Да! Да! Дмитрий Евгеньевич? Да. Добрый день. Здравствуйте. Глебов Михаил Алексеевич, адвокат Грицука Евгений Иванович. Отныне его душеприказчик. Мне нужно забрать вещи покойного. Это, собственно, не ко мне. Это вот Константину Евгеньевичу. Как? Разве не вы заведующий отделением? Мне сказали, Грицук лечился у вас. Лечился у меня, а заведующий он. Я здесь практикую, как еще в десятке больниц. А. Константин Евгеньевич, ну так что, как мы поступим? Ну вы же юрист, господин Глебов. Юридически ответственность на главврача. Так что без его письменного приказа, извините. Спасибо. Ты что, обалдел, что ли? Ритуль, а что за шум? Отсюда будем. Коля, где? Да вон он. Ага, все, стоп. А что происходит? У Коли своего спроси. Опускай, Коль. Коль! А? А что происходит? Подарок. Что? Ну, мы мало проводим времени вместе. Не хватает совместных эмоций. Я посоветовался с психологом, и он сказал, что надо сделать ремонт. А со мной? Что с тобой? Не, ну с психологом ты посоветовался, а со мной? Так давно же надо было, Тань. Да ты с ума сошел, я 3 года назад делала ремонт, ты что? Вот у тебя все время я, хоть бы раз мы. Коль, да мне отсыпаться надо после ночных эфиров. Ну ты же знаешь. А у меня какой-то цирк под окнами. Цирк, Танечка, это когда ночные эфиры заменяют семейную жизнь. Это давно пора прекращать. Прости меня, пожалуйста, я таким образом деньги зарабатываю. Да выруби ты его! Да вырубай ты! Тяжелый такой. А вот если ты будешь меня деньгами своими попрекать, хорош. Я вообще соберу вещи и уеду. А ну пошли вон отсюда все! Да иди! Я сказала, вон пошли! Сошла, да? А ну заводи свой мотор! Заводи мотор, уезжай отсюда! И чтобы убрали все потом! А, хорошо, ну, что хорошо, мы стоим? Я что, плохо объяснила? Слышали? Девушки, не волнуйтесь, пожалуйста. Дим, да. Дим, ну а ты-то тут при чем, а?
Чего ты себя казнишь? Да, ну, правильно сделал, что послушал Хромова. Езжай, отоспись, все. Да поспишь тут. Скажи, кто тебя просил за Грицука? Да кто-то из министерства звонил, я не помню. Ты можешь уточнить? Да без вопросов. Хорошо. У Анны Ивановны в делах всегда полный порядок. Все. Давай. Пока. Здравствуйте, здравствуйте. Я рад вас видеть. А я всех приму. Я обязательно приму каждую. Не расходитесь, будьте здесь. Хорошо? Хорошо. Котлетки с пюрешечкой разогрела еще час назад. Где вы ходите? Да подождите, пюрешечка. Мне нужно кое-что вспомнить. Посмотрите, все входящие звонки за... Я не помню число. Там по Грицуку звонили. Посмотрите, посмотрите. Когда бы ни было, все записано, Эдуард Владимирович. Кто звонил, откуда, по какому поводу, не волнуйтесь. Сейчас все найдем. Не волнуйтесь, пожалуйста. Сейчас да мы я все и найдем. Не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Не, все не найдем, сомневаюсь. Ну, вы видите, да, вот верно. Девушки, присядьте, меня. Пожалуйста. Да, спасибо. Присядьте. Спасибо, спасибо, наконец-то. Да. Понимаете, да. Я пока поживу у Мани. И снова здорово. Говори. Вот я и говорю. Если бы не ее сын, инвалид, давно бы уже отправил старую на пенсию. Что? Ну что, ну как нет фамилии, ну ты представляешь? Звонили от вас, из 311-й. А кто звонил? Ну, не записала. Ты же говорил, из министерства звонили. Ну да, да, звонили. Ну? Помнишь, я же тогда мальчонку заячью губой от вас взял? Ну? Ну вот, мне тогда по 100 раз от вас звонили. Ну и что? Ты там жевать будешь или со мной разговаривать? Анна Ивановна была в курсе. Вот и не стала спрашивать, кто. Сразу переключила на меня. Мне представить, как из министерства. Ну ты-то должен был спросить, с кем ты разговариваешь. Слушай, Дим, мне постоянно тут звонят. У меня телефон не замолкает. Чего ты нервничаешь, а? Да ничего. Ты с Алисой поругался, что ли? Алис, ну улыбайся. Алекс будет рад видеть тебя счастливой. Алекс будет рад, когда ты вернешься к нему во Францию. Не дождетесь. Я только вчера прилетела. А как же Алекс? Он же тебя ждет. Ничего он меня не ждет. У него там все хорошо. У него такой фурор с новым романом в Париже. Поэтому он пускай разбирается со своим издательством, а я со своим. За тебя. Спасибо. Я рада, что у вас все хорошо. Конечно, жить с гением сложно, но возможно. Это я тебе ответственно заявляю. Ну и дурак же ты все-таки, а? Эдик, они больные. Как я могу их бросить? Я не имею права. Угу. А Алису, значит, можно, да? Интересно получается. Для больных ты сама любовь. А Алиса в чем провинилась? Для больных я вопрос жизни и смерти. Mm-hmm. А для Алисы ты просто так? Не делай вид, что ты не понимаешь. Да она только тобой и дышит. Я не просил на себя молиться. И сам не хочу. Никто никому не должен быть камнем на шее. Не так? А, вот как? Ну тогда не надо прятаться за своими больными. А я не прячусь. Мои больные – это моя работа. Mm-hmm. И они нужны мне не меньше, чем Алиса. А она просто... Она не хочет с этим мириться. Я правильно понимаю? Угу. Алиска. Мамочки мои, с выздоровлением я тебя поздравляю, спасибо наконец-то. Тебе. Так, ну скажи-ка мне, Долгов помер отчасти? Да нет, в том-то и дело, что ты узнала первое, а должен был быть он. Но ему это просто неинтересно. Ты вообще, что ли, Алис? Ты знаешь что? Ни в какие рамки не лезет. Ты что? Мань, подожди, ты кому собираешься звонить? Ну, кому я собираюсь звонить? Так, все, прекрати, даже не думай. Ты... Мань.
Ну, мне кажется, все-таки Долгов должен знать, что медицина наконец победила бесплодие. Ты ведь так долго лечила свои гормональные проблемы. Мань, у него был этот шанс. Я понимаю, что Дима очень увлекающийся человек, готов сутками корпеть над своими пациентами. Но вчера он вообще не пришел домой из-за какого-то там симулянта, который постоянно себе выдумывает болячки. Симулянт? Ну? По нашей части, развитое воображение пусть идет в писатели. Да он вроде писателей есть. А как зовут? Какой-то Грищук. Грицук! Ну, да. Да, псевдоним Барбаросса. Ты что, его знаешь? Да не, лично не знаю. Он там муж моей приятельницы, знакомый по издательству. Угу, вот такая Барбаросса. Ну вот, кем ты до Алисы был? Ни амбиций, ни денег, вообще ничего. До сих пор бегал бы на побегушках у всяких там Хроновых. Все, чего ты достиг, все это благодаря ей. А главное, ради нее. Да не вали ты все в одну кучу. Положим, я лучшим хотел быть всегда. И Алиса здесь ни при чем. Mm-hmm. Она просто... Чего просто? Она просто ускорила процесс. Mm-hmm. Mm-hmm. Правда и ложь. Привет. Все, садись. Mm-hmm. Спасибо. Что, болит, что ли, у тебя? Так, немного. Ну, Дмитрий Евгеньевич сказал, что... Так еще месяц будет, но это ничего. Пройдет. Давай, давай, ешь. Даша, кашу ешь. Сам Евгений Грицук утверждает, что все описанное в ней – правда. От первого до последнего слова. Как же нам повезло, просто чудо. Если бы рядом не казалось Долгова, страшно подумать. Да подожди ты. Пока мы готовили выпуск, герой нашей программы – внезапно скончался. Что это? Случайность или умысел? Смотрите завтра на канале АТВ. Записная книжка. Нитроглицерин. Какой нитроглицерин? Я ничего не выписывал. Ну, это я выписал. Василий Петрович... Ну да, да, я разрешил. Вот. Просто ваш Грицук безумствовал. А в разумных дозах это не вредно. Хорошие у вас порядки. Подождите. А вам не кажется, что эти таблетки чуть больше обычных? Ну-ка, дай-ка. Надо сдать на анализ. Такие сомнения, дорогие мои. Повод для заявления в полицию. Но вскрытие ничего такого не выявило. Так что не надо бросать тень на мою больницу. Давайте я перепроверю. Пожалуйста. Держите. Угу. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Дим, чего тебе? Я на работу опаздываю. Мне? Мне нужно узнать состав вот этой таблетки. Пожалуйста. Понятно. Хороший повод, но я сейчас не готова с тобой говорить. У меня пациент умер. Мне нужно знать, почему. Это очень важно. Грицук? Да. Надо же. Тебя сегодня ждать? Дим, я правда опаздываю. Но документ тебе вряд ли понадобится. Ага. Здесь опись изъятого, если что. Слушай, а что это за вопрос? Нитроглицерин.
Не знаю. Сам пытаюсь понять. Опись составлял заведующий отделением. Ну, хорошо. Пусть документы остаются у тебя, потому как с наследниками разбираться надо. Угу, авторские права, отчисления. Ну, конечно. Хорошо бы от них, от всех отбиться. Тем более неизвестно, женат он был или нет. Миш, займешься? Конечно. А мне нужны все его договора с издательством. Ну, хорошо. Ну, вся договорная база у Светланы, она тебе все это отдаст. Тем более она, говорит, сука, мне когда-то и привела. Света? Да. А откуда она его знает? Да я не знаю. Сам у нее спросишь. Ладно, я пошел. Ну. Все, давай. Ты сам посуди, как две странности могут совпадать в последовательности и вести к необъяснимой смерти. Манечка, ты замечательный детективный автор. Просто замечательный. Но так. Здесь я криминала не вижу, прости. Да? Да. Налей еще кофе. Здоровый, как бы, Грицук, ложится в элитную больницу. Так? Зачем? Это первое. Второе. Он умирает. При вскрытии ничего подозрительного не обнаружено. Да. По-моему, это уже немало. А ты читал его последнюю книгу? На фэнтези у меня сейчас точно времени нет. Зря. Потому что это-то как раз его новая книга, а она... Хватит есть конфеты. Сахарный диабет. Заработаешь себе? Чего жадная-то такая? Иду. Привет. Привет. Слушай, пробки жуткие. Угу. Я думала, я вообще не доеду. Что? Ну, а чего я его на порог не пущу? Зачем ты его пустил-то? Для чего? Тихо. Раздевайся. Я не пойду. И я за чашечкой схожу. Привет. Я проверила твою таблетку. Вот заключение. Алис. Дим, не надо. Алис, мы должны поговорить. Я уже не знаю, хочу ли я этого. Мне надо подумать и принять решение. Хорошо. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Я не понял, а что это? Анализ твоей таблетки. Сердечный гликозид? Да, в определенной ситуации может вызвать остановку сердца. Маня! А я тебе говорила. Что? Я ушел. Да, Михаил Алексеевич. Светлана, здравствуйте. Скажите, мы сможем завтра с вами днем встретиться? Где вам удобно? Да, конечно. Я утром перезвоню. До свидания. Ваш дядя опубликовал книгу, где речь идет о преступлениях ныне здравствующих и облеченных властью лиц. Вы сами как думаете, ему угрожали? Я толком не знаю. Но слышал, что в больничку он лег специально. Ну, чтобы на время скрыться. Другими словами, он боялся мести, да? Скажите, а вы беседовали с лечащим врачом Евгения Ивановича? С каким врачом? С профессором Долговым. А, нет. А с другими Алиса, врачами? Иди скорее сюда! Зачем? Итак, Алис, тут про Диму по телевизору говорят. Не хочу я ничего видеть. Выключи. Кровинушка. Кровинушка 2. Кабышовые войны.
обмотанных хмача, жигало-пугало, ваш любимый. Не хочу, хумая. Что делать-то? Так кто же виноват в гибели писателя Грицука? Разоблаченные им олигархи или это случайная врачебная ошибка? А может быть, эта ошибка не случайна? С вами была Татьяна Краснова. До встречи. Поговорим. Как? Почему что-то дыхота в переменах, ребятки, невыносимо просто, ну. Танюш, это бомба, рейтинги летят на крыльях. Принимай поздравления, тебе генеральный звонит. Да, Вячеслав Бориславович. Да, я поняла. Что? Да, я сейчас буду. Что? Позор. На всю страну. Вы понимаете, какой это урон? Я строил репутацию этой больницы по кирпичику. Надо что-то делать. И в первую очередь вам, Дмитрий Евгеньевич. Я не знаю. Выступить с опровержением? Нет, для опровержения надо знать точную причину смерти. Я знаю. В пузырьке вместо нитроглицерина, который ему выписали, был сердечный гликозид. Что? Гликозид. Я одолжил одну таблетку адвоката и сделал анализ. Вот заключение. Да этого не может быть. Я дала его дочери нитроглицерин. Дочери? Она сказала, что проследит. Так что нам теперь обращаться в полицию? Нет. Нет, пока мы этого делать не будем. Это же срок. Всем нам. Танюш, привет. Привет. Ну что? Да ничего хорошего. Нас сняли с эфира временно. Не психуй. Сейчас. Не, ну разве можно вот так взять и снять с эфира программу? Ну, сказали мы что-то не то, но рейтинг, Тань, какой был рейтинг? Ирка, на рейтинг мы и напоролись. Генеральный рвет и мечет. Раньше, кроме рейтингов, его мало что интересовало. Его и сейчас это интересует, но больше всего его интересуют упомянутые нами олигархи. Ну, теперь-то что он хочет, ты мне скажи. Следующий выпуск выйдет, при условии, что это будет выпуск опровержения, либо он не выйдет вообще. Понимаешь, что с наших слов некие олигархи заказали Грицука, профессору Долгову. И тот залечил его до смерти. Короче, на сегодняшний день задача такая. Смерть Грицука должна быть чем угодно. Я не знаю, там, врачебной ошибкой, следствием родственных разборок. Но это ни в коем случае не должно быть связано с олигархами, понимаешь? Дмитрий Евгеньевич, Дим, тебе не кажется все это странным, а? Что? Ну, все. Василий Петрович, например. Мне кажется, что он не имел права скрывать тот факт, то, что ты выяснил с таблетками. Вдруг их действительно подменили? Он не скрывает. Он скорее проявляет осторожность. На нем больница, Костик. Нужно все перепроверить, нужны факты. Вот, насчет фактов. В прошлом году я делал операцию тещи начальника нашей охраны. Он мне немножко обязан. Здравствуйте. А сегодня я попросил у него запись с камеры видеонаблюдения у палаты Грицука. Вот. Смотри, это перед самым приступом Грицука. Вот, видишь, девушка заходит. Это, возможно, вот та дочь, о которой говорила медсестра. А может, и не дочь. Надо было сразу проверить в регистратуре. А вот и Грицук. Подожди, подожди. Давай, 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 мотай. Стоп.
Кто это? Ты его знаешь? Обед тебе поставила греться. Держи. Я немножко задержусь, меня Ленка там прикроет. Смотри, Долгов звонит. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Дмитрий Евгеньевич, здрасте. Да, вы Андрею можете трубку передать? Да, сейчас передам, хорошо. Спасибо. Алло. Алло. Ой, Евгений, ты, а... Что? Извините, он только что вышел. Пусть перезвонит. Просил перезвонить. Что происходит? Дмитрий Евгеньевич! Здрасте. Здорово, Орлы. Здравствуйте. Первый курс? Ага. Ну, идем, времени мало. Дмитрий Евгеньевич. Да. Вчера по телевизору Краснова сказала, что вы... Врач-убийца? Чистая правда. Вы не ходите ко мне, Турнова нахватаетесь. Вообще, хирургию лучше изучать в ток-шоу у Красновой. Только экзамены все равно буду принимать я. Ясно? Ясно. Очень хорошо. Налево повернете, 13-й кабинет. Подождите, я сейчас подойду. Алло, Мань. Привет. Слушай, ты меня прости, что я вчера так ушел. Да. Слушай, мне нужна твоя помощь. Попробуйте, попробуйте. Это их фирменный. Вкусно. Да? Я очень рад, что вам нравится. Вы меня извините, я взял на себя смелость сделать заказ, не дожидаясь вас. Ну, просто я о вас ничего не знаю. Нет, правда, все замечательно. Очень вкусно. Я рад, что вам нравится. Вы... Наверное, хотели со мной о каком-то деле поговорить? Да. Я очень хотел вас увидеть. Ну, в редакции все время некогда. Вы чем-то все время заняты. Автор с претензиями контракта. Да. С авторами порой непросто. Ох, ну это еще мягко сказано. Один горит суп чего. А мне, представляете, сейчас предстоит найти его родственников. Он, возможно, был женат. Ну и потом братья, сестры. Это, наверное, Ярослав Владимирович сказал вам, да, что я его в издательство привела? Дочка, все наладится. Ну да. Тогда вы могли бы задать мне все интересующие вас вопросы по телефону. Не пришлось бы тратиться. Света. Свет. Да, и... К вашему сведению, Грицук был женат. На мне. Домой? Угу. Ну, пока. Пока.
Здравствуйте, Алисочка. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Это вам. Мне? Спасибо, как-то. А я тут заезжал по делам и вдруг вспомнил, что я должен вам ответный ужин. Мне кажется, сейчас не самое подходящее время. Вы куда спешите? Ну, вообще-то нет. Так замечательно. Тогда прошу. Прошу вас. Спасибо. Дмитрий Евгеньевич, я не приглашаю. Боюсь, после вчерашнего ему не до ресторанов. Вчерашнего? Вы о чем? Как? Вы разве не видели эту передачу? А, об этом? Да-да-да. Да, слушайте, конечно. Забрать, да? Да. Ну, проходите. Привет. Светлана, мне нужно задать вам несколько вопросов. Я, признаться честно, ждала только Маню. Свет, прости, пожалуйста, это моя вина. Я понимаю, что ты не готова говорить сейчас об этом. Правильно с Дмитрием Евгеньевичем. Да. Я тоже понимаю, но дело в том, что в больнице нужно узнать, от чего умер ваш муж. Я просто уточняю анамнез. Вы поможете? Простите, мне надо позвонить. Вы присаживайтесь. Угу. Присаживайтесь, Дмитрий Евгеньевич. Коль, я устала от твоих бесконечных обид, честное слово. Вот именно сейчас мне нужна твоя поддержка, а ты… Ладно, перезвони. Алло, Эдуард, здравствуйте. Я как раз собиралась вам звонить. Простите, но у нас не получится сегодня встретиться. Давайте в следующий раз. Татьяна, если вам все-таки понадобится моя поддержка, то я же всегда рядом. Да нет, нет, спасибо. Ну, обернитесь, обернитесь. Мне кажется, что Николай не заслуживает таких эмоций. А с чего вы взяли, что эти эмоции предназначены для Николая? Вообще-то у меня достаточно серьезные проблемы на работе, поэтому мне нет до ресторанов и настроения у меня нет. Да уж, наделали вы вчера шуму. Теперь Долгову тоже ни до чего. А вы что, знакомы с профессором Долговым? Если бы я в свое время не отправил его в Германию на стажировку, то этот трудоголик бы никогда не стал профессором. Познакомьте меня, пожалуйста, с ним. Я вас очень прошу. Ну что, я так понимаю, мы едем ужинать? Другими словами, он боялся мести, да? А вы беседовали с лечащим врачом, Евгений Иванович? Каким врачом? С профессором Долговым. А, нет, а нет, нет. С другими врачами? Нет, нет. Так кто же виноват в гибели писателя Грицука? Разоблаченные им олигархи или это случайная врачебная ошибка? Или эта ошибка не случайна? Видела передачу. Чем я могу помочь? Возвращайся. Нам нужно поговорить. Береги себя, Дима. Значит, вы говорите, ваш муж, когда нервничал, он пил нитроглицерин, да? Угу. Знаете, он мне вообще показался таким, ну, излишне эмоциональным. Вы часто его навещали? Каждый день. Понятно. Скажите, а вот этого человека вы случайно не знаете? Это некий Кравченко. Он в тот день заходил в палату к Евгению Ивановичу. Что ему могло быть нужно от вашего мужа? Извините. Я заказывал столик, но мы задержимся. Столик не отменяйте. Спасибо. Михаил Ефимович. Что, Лисочка? Проголодались? Ну ничего, скоро же будем. Нет. Мне бы домой надо. Простите меня, пожалуйста. Лёш, поворачивай. Простите. Они еще здесь? Да. Добрый вечер. Добрый вечер.
Привет, Миша. Привет. А что это вы, Дмитрий Евгеньевич, за допрос устроили? А я так понимаю, что вы примчались, чтобы Светлану от меня защитить? Ну, я надеюсь, в этом нет необходимости. Угу. Хотя я действительно представляю интересы наследников Грицука. О, то есть ты в курсе, что Светлана была женой Грицука? Ну, ты, я вижу, тоже, Мань. Нет, ну я забегала сюда по делам за бумажками. Тут стояла семейная фотография с Грицуком на камине. Mm. А вы в каких отношениях были с мужем? О, это не относится к анамнезу. Мне кажется, Светлана вам уже достаточно рассказала. И, кстати, я только что из больницы, и главврач ничего мне об этом вашем анамнезе не говорил. Вам лучше уйти, Дмитрий Евгеньевич. Mm-hmm. Да, да, конечно. До свидания. А что с анализом таблеток нитроглицерина? Он не готов. Когда будет, я сообщу результаты главврачу. Таблетки подменили, Михаил Алексеевич. Мне кажется, вы об этом догадываетесь, но скрываете. Зачем? Выход там. До свидания. Да, я покажу, где выход. Пойдем. До свидания. Слушай, мне показалось, или Глебов как-то очень активно пытался от нас избавиться? Все ж понятно. Ему нравится Светка, и ей, мне кажется, тоже он нравится. Значит, Грицук им мешал? Значит? Значит, у них был мотив. Интересно. Спасибо. Спасибо за компанию. Да. Очень жаль. Значит, в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Дмитрию Евгеньевичу большой привет. Да, обязательно передам. Mm. Всего хорошего. Операция сложная. Больного нужно подготовить, так что я в кабинете прикорну. А ты где? Я там же. А-а-а. Просто хотела. И что? Ну, ладно. Что хотела, да, Алекс? Давай тогда спокойной ночи. Алло. Служба такси. Андрей, откуда вас забрать? Будьте добры, машину по адресу. Наконец-то. Ты где был? Что случилось? Папа! А ты чего не спишь? Ты чего не спишь? Ну-ка, быстро спать. Чего такое? Ну, я тебе звонила. Ты трубку не берешь. О, черт, ну не слышно, видимо. Может, все-таки мне объяснишь, что с тобой происходит? Да ничего не происходит. Мотался по салонам, кстати, присмотрел нам новую машину. Нам же нужна новая машина. Давайте на 8, Марья Георгиевна, а в 9 уже будем начинать. Хорошо? А, ну до завтра. Дим. Все уже по домам, а ты? А у меня завтра операция тяжелая, хочу почитать кое-чего. Угу. На кушеточке? Да. Смотрю, у вас с Алисой все серьезно? Мириться не пробовал? Был. Все, молчу. Готовься к своей операции. Слушай, а сегодня кто дежурит? Екатерина Семеновна? Ну? Чуть не могу ее ни найти, ни дозвониться. Так она в Сестринской, наверное. Да нет ее там. Ну, дозванивайся тогда. Ну, ладно. Все, пока. Пока.
Дмитрий Евгеньевич! Дмитрий Евгеньевич! Дмитрий Евгеньевич! Я здесь? А, я вас ищу. Я был у Екатерины Семеновны. Как раз по этому поводу. А. Довожу до вашего сведения. Пока Екатерина Семеновна не придет в себя, в ее палату могут входить только трое. Я и они. Понятно? Да. Кроме нас никого. Ясно? Да. Угу. Не понял. Дмитрий Евгеньевич, пока медсестра не придет в себя и не расскажет, что случилось. Я под подозрением? Дмитрий Евгеньевич, в последнее время с вами связано много негатива. В общем, будет лучше, Дмитрий Евгеньевич, если вы пока не будете здесь оперировать. Это шутка. Какие шутки? У меня здесь основная практика. Что это за балаган? Если вы меня подозреваете, звоните в полицию. При чем здесь мои пациенты? У вас практика, а у меня больница. Я должен заботиться о ее репутации. Вы в первую очередь должны заботиться о безопасности своих сотрудников. Что вы себе позволяете? Я уверен, это просто несчастный случай. Екатерина Семеновна это подтвердит. Когда очнется. Случай? Да. А вы знаете, что вчера перерезали кабель видеонаблюдения? Так? Так! Это тоже случай? Вы просто пользуетесь, что она одинока и некому вам помешать. Да как вы смеете? Вы отстранены! Все, хватит! Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Здрасте. Ярослав Владимирович у себя? Да, он ждет вас. Ага. Михаил Алексеевич. Да. Я вам очень признательна, что вы вчера приехали. Мне, правда, больше не к кому обратиться. Тем более, что вы теперь все знаете. Ну, всего я и теперь не знаю. Вы вчера были расстроены, я не стал задавать лишних вопросов. А что вы хотите понять? Что мы будем с этим делать дальше? Мы. Сегодня в обед я жду вас в том же кафе рядом с вашим домом. Придете?
О, привет. Я переназначил все твои операции на другие дни. Вот утвержденный Терентьевым план. Глянешь? Самые сложные операции я буду делать сам. Надеюсь, ты на меня не обижаешься. Я был против, но Василий Петрович, он... Поджелудочную экстрипацию пищевода я бы не откладывал. Хорошо, я Белли скажу. Угу. Хорошо. Тебе видней. А что ты на меня дуешься? Я не дуюсь, Костик, я негодую. Главврач делает из меня козла отпущения, а всем наплевать. Терентьев свирепствовал. Что я мог сделать? Действительно, что может сделать заведующий отделением, в кабинете которого, между прочим, обнаружили медсестру с пробитой головой? Ах, вот что! То есть ты думаешь, что я свою задницу спасаю? А кто в кабинете ночует? Да я не ночую, Костик! Я работаю! Сутками! Я никак не думал, что меня за это сделают крайним. Да никакой ты не крайний. Понятно, что таблетки подменили. Это факт. И сделал это кто-то из тех, кто был на видео. Пускай этим занимается этот выскочка-адвокат. Я тоже не уверен, что Грицук умер своей смертью. Только это еще нужно доказать. А Глебову это, судя по всему, не на руку. То есть ты думаешь, у него есть какие-то на это причины? Скажи Белли, если ей что-то не ясно, пусть мне позвонит, я ей все по операциям объясню. Хорошо. Мои студенты придут, отправь их в сороковую, пусть меня там ищут. А... Костик, все. Пока. Дима! Дима, подожди! Привет. Ты чего здесь? Я все знаю. Ты ни в чем не виноват. Это все какая-то чепуха. Надо звонить знакомым, кто сможет как-то повлиять. Не надо ничего делать. Ну почему не надо делать? Ну ты что, не знаешь журналистов? Они же тебя съедят. Особенно это Краснова. Им только нужна сенсация. Лиза, я тебя прошу, не вмешивайся. Дима, ну почему? Ну это же неправильно. Да потому что. Мы должны вместе это решить. Ты во сколько заканчиваешь? Я больше здесь не оперирую. Как? Меня отстранили. Тем более. Так, надо звонить Михаилу Ефимовичу. Нет, мы встретимся и все обсудим. Он что-нибудь придумает. Ну почему не надо? Успокойся. Ну почему? Не надо никому звонить. Да потому что я сам должен все решить. Не надо никого вмешивать. Сам. Дмитрий Евгеньевич, как хорошо, что ты не успел уйти. Мне Хромов отдал твою операцию, я без тебя не разберусь. Поможешь? Ой, извините. Сам. Ой, как же я забыла. Ты все у нас всегда делаешь сам. Даже сейчас ты хочешь остаться один. Ладно, мне на работу пора. Алис! Дим, извини. Да подожди ты. Алис! Чего там у тебя? Вот, смотри. Значит, вот здесь не понимаю. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Счет, пожалуйста. Хорошо. Алло, да. Михаил Алексеевич, я не приду. Подождите, Светка, почему не придете? Как? Подождите. Ваш счет. Спасибо. Простите, я... Возьмите, пожалуйста. Я Света! Спасибо. Свет, подождите, постойте, Свет! Вам не нужно встречаться. Вы не ищите меня, пожалуйста. Здорово, Дмитрий Евгеньевич. А ты какими судьбами? Да вот, есть дело на миллион. Ой, я тебя умоляю, давай не сегодня, давай в другой раз. Сейчас совсем не вовремя, Эдик, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. И вам не хворать. Дим, я тебя очень прошу, поговори с Таней. Это будет правильным для вас обоих. Я очень сомневаюсь. Я вообще-то к вам за помощью пришла. Ко мне? Вам правда лучше этого не знать. Свет, я адвокат. Мне как раз нужно знать все. Я вам не могу этого сказать. Я... Почему, Свет? Вы... Черт.
Света! Я не могу. Понимаете? Просто... Нет, Михаил Алексеевич. Света! Вам это не надо, вы известный адвокат. Свет! А я убийца. Да? Михаил Алексеевич, вы когда будете воскресенье? Я не приду, отменяйте встречу. Поняла. Я понимаю, я перед вами очень виновата, но мне стыдно. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, я обязана была проверить все факты, но вот погналась за сенсацией. Мне правда стыдно, простите. Просто вы думаете только рейтингом. Дим, ну прекрати. Ну ведь все допускают ошибки. Помогите мне, пожалуйста. Чем? Приходите на мое ток-шоу. Что? Вы издеваетесь надо мной? Нет. Дим, вы хотите, чтобы после этого я уже точно поменял профессию? Чё ты заводишься-то? Ну, Таня хочет все исправить. Исправить ситуацию. Каким образом? Ну, вы сможете рассказать об истинных причинах смерти Грицука. Это же были естественные причины, правда? Вот и скажите об этом. Не знаю. Я сомневаюсь, что это были естественные причины. Вы хотите сказать, что... Я же сказал, я не знаю. Я не знаю. Нужно разбираться. Ну так давайте вместе разбираться. Давайте все-таки разбираться. Свет, Я не знаю, что там ты себе придумала, но Грицук умер в больнице от сердечного приступа. Я убила совершенно другого человека. Человека, для которого я была светлячком. Десять лет назад я... Я сказала ему, что ухожу, что я встретила совсем другого человека, который гораздо лучше его, который гораздо талантливее его. Сказать это художнику все равно, что убить, да? Я ему такого наговорила. А я его чувствовала. Я его чувствовала как себя. Как себя. Когда ты знаешь, что человек тебе доверяет, ведь это так просто сделать ему больно. Просто его. Но ведь так лучше, правда? Так проще. Как, Свет? Разрушить жизнь всего лишь двух людей. Его и мою. Это лучше. Лучше, чем пожертвовать всей семьей, всей своей семьей. Это все из-за Грицука? Из-за отца. Я вообще 100 лет в кино не была. 8? Будешь? Ой, сестренка, опоздал ты на свидание. Кто это? Ты что, заснул, что ли? Я тебя предупреждал, что я... Я засну. Mm-hmm. Да. 3 операции отстоял. Это у вас работа умственная, а мы люди простые, мы работаем руками. Ну, прости, пожалуйста, я просто хотела тебя отблагодарить. Мне только кажется, что ты занята загорелась. Ты о чем? Ну, он хотя бы выслушал меня. Ой, дрянь. А, ты о Димке. На. А, да, обращайся. Ты чё? Ну, у меня тоже ненормированный рабочий график. Так что теперь моя очередь. Досмотришь, расскажешь потом. Ну все, сходили в кино. Отец был начальником в Минсельхозе, а потом он... Он оступился. Он просто принял неверное решение, и ему грозил срок.
Он тяжело болен, тюрьма бы его просто убила. Но ведь твой отец не сидел. Помог друг семьи. Грицук. Он все уладил. В обмен на меня. Но почему ты жила с ним столько времени? Ведь дело твоего отца закрыли. Потому что если бы я сбежала, то дело отца открыли бы заново. Там просто речь шла об очень больших деньгах, о сотнях миллионов. И дело не имеет срока давности. Ну все, не плачь. Теперь все позади. Ложись сюда, ложись. Ой, не стыдно тебе так надираться. Не твое дело. Просто не могу смотреть на эту шубу трезвыми глазами. Просто поспи. А ты? Я с тобой посижу. Девушка, выключите, пожалуйста. Простите. Алло. Таня, ты где? Алло, я не могу сейчас говорить, я в кинотеатре, перезвоню. В кинотеатре? И что ж ты там, одна? Нет, не одна. Она ж тебе нравится? Угу, ясно. Дома поговорим. Почему он понравился? Ты думаешь, я забыла? Записочка-то твоя старая. Рукописи не горят. Все, тихо. Маш, злая. Не такая, как раньше. Ой, смотри, Дмитрий Евгеньевич идет. Наш долгов ты. Андрей! Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! 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 С процедур? Как здоровье? Да, спасибо, уже гораздо лучше. В прошлый раз вообще не было сил вас дождаться. А на Грицука вам сил хватило? Грицук? Кто это? Не валяйте дурака, вы заходили к нему в палату. Не понимаю, о чем вы говорите. До свидания. Я же вас так и не отблагодарил. Спасибо вам большое, Дмитрий Евгеньевич. Ну, если б не вы, то сами понимаете. Всего доброго. Андрей, у нас есть запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как вы заходите к Грицуку в палату. Почему вы пытаетесь это отрицать? А, я туалет искал. Да? Ну, зашел в первую попавшуюся палату, а там этот, как его, ну, Грицук ваш. Mm. Ну, он накричал на меня, естественно. Но я как зашел, так и вышел. Еще раз спасибо, рад видеть. Всего доброго, до свидания. До свидания. Михаил Алексеевич, я все встречи перенесла. Так. Вот график. Посмотрите, ага. Пожалуйста, здесь еще другие документы. Да, посмотрю обязательно. Угу. А, Оля. Да? Я завтра буду часов в 12, не раньше. Хорошо, я все встречи на вторую половину дня записала. Ну, умница. Угу. Умница, все, тогда может быть свободно. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. И вам. Угу. Оля! Оль! Да, Михаил Алексеевич. Слушайте, я вам давал таблетки для анализа. Он не пришел? Два дня как пришел. Извините, забыла вам передать. Где он? Он в папке. Какой? Должен быть последним. Угу. Все, спасибо, можете идти. Слушаю. Михаил Алексеевич,
Вечер добрый, Долгов беспокоит. Ваш номер мне Мария Поливанова дала. Послушайте, было бы лучше, если бы вы общались со мной через секретаря. Так я же не против, только ваш секретарь меня с вами не соединяет. Ну, это потому, что я занят. Как только я освобожусь, она обязательно соединится. Надеюсь, вы сейчас не бросите трубку? Уверен, что вы мне тут же перезвоните, так что я вас слушаю. Таблетки, Михаил Алексеевич. Что с таблетками? Вы, я так полагаю, про результаты анализа таблеток Грицука? Именно. Я его получил. И? Это нитроглицерин. Мы оба знаем, что вы лжете. Дмитрий Евгеньевич, я устал от вашей беспардонности. Я хочу взглянуть на заключение. Не понимаю вашего интереса. Я разве должен перед вами отчитываться? Нет. Но, по-моему, в наших общих интересах, чтобы это не стало достоянием прессы. До свидания, Михаил Алексеевич. Привет. Я уже собиралась выходить, ты бы позвонил. Что? Что-то случилось? Нет, нет, все в порядке. Просто не выспался. Кофе? Нет, спасибо. Я сказал Чермаку, что нашел наследников ввиду переговора, чтобы он не начал выспрашивать. Свет, я всю ночь не спал. Я просто хочу понять. Ну, ладно, сначала ты хотела помочь семье, отцу, но потом, 10 лет. Неужели ты никогда не хотела ничего изменить в этом безумии? Неужели ты не пыталась что-то сделать? Хочешь спросить, не желала ли я смерти мужа? Да, я 10 лет прожила в ожидании, что когда-нибудь это все должно закончиться. И да, я пыталась. Я пыталась. Что, Света, что конкретно? Собрала на него компромат. Все документы, все его темные делишки, листочек к листочку. Все. Я думала, что перед этим он отступит. И у меня наконец-то появится моя долгожданная свобода. Ведь он подставил отца, как выяснилось. Ты все это узнала и решила? Да. Да, я мечтала прикончить проклятого старика. Ведь ты об этом меня спрашиваешь. Я придумывала тысячи способов, как его убить. Я просыпалась и улыбалась от счастья, когда мне снилось, что он мертв. И да, я пыталась это сделать. От первого до последнего. Пыталась. Слово. Не смогла. Духу не хватило. А компромат? Не пригодился. Идем? Да. Я тебя довезу. Не надо, спасибо. Почему? Просто не надо и все.
абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте, Татьяна. Что-нибудь закажете? Да нет, спасибо. Я обдумал ваше предложение и готов участвовать в вашем сеансе разоблачения, только я должен понять, кого мы будем разоблачать. На это нужно время. Ну, это как раз не проблема. Времени у нас теперь предостаточно. Что-то случилось? Ток-шоу закрывают. Кто-то надавил сверху? Ну, насколько мне удалось выяснить, видимо, кто-то из героев Грицука. Получается, его фантазии не так уж безобидны. Книга, конечно, бредовая. Но задачу она свою выполнила. Он хотел эпатировать, привлечь к себе внимание. Но с другой стороны, может быть, действительно он обладал какой-то информацией, которую собирался афишировать. Вы думаете, его заказали? Боже мой, Дима! Прости, где вы ходите? Я вас уже полчаса здесь караулю. Слушай, ты меня напугал. Да в магазин я ходила, у нас в холодильнике шаром по коте. Алиска на работу ушла с утра, ну а Викуся в деревне на даче. Дим, ты ничего мне рассказать не хочешь? Димка, у тебя семья рушится, ты не понимаешь? Я понимаю. Манечка, я все понимаю, правда. Нет, я нет, вот не понимаешь, какое имеет к тебе отношение весь этот детектив. Да непосредственное. А что, если Грицук умер собственной смертью? А медсестра просто оступилась и упала. Ну, бывает такое, оступилась, бывает, да? Ну, бывает, ты-то тут при чем? Да при том, что если Грицук умер своей смертью, то он умер от болезни, которую я просмотрел. Я должен это выяснить, понимаешь? Но, с другой стороны, если мы исключаем неизвестного нам сына Грицука, все сводится к его жене, Светлане. Во-первых, влюбленный в нее адвокат Глебов врет про таблетки. Ну да, во-вторых, она сама что-то там скрывает с этим Андреем Кравченко. Именно. Конечно. И любой из них может иметь непосредственное отношение как к убийству Грицука, так и к покушению на Екатерину Семеновну. Вывод. Мне необходимо поговорить со Светланой. Помоги, она меня не пустит. Приятного аппетита. Татьяна, сядь, пожалуйста. Пожалуйста, сядь. Твое поведение переходит уже всякие границы. Мало того, что ты ночуешь на работе, что недопустимо, ты еще позволяешь себе с кем-то там ходить в кино. Коленька, ну я же объяснила тебе ситуацию. Человек мне очень помог, и я просто решила его отблагодарить. В общем, я поговорил с психологом. Он сказал, что отношениям нужна передышка. Поэтому я сегодня приезжаю к родителям, а у тебя будет время обдумать свое поведение. Все, точка. Ты серьезно? Ну ладно. Ритуля соберет тебе вещи. Хотя знаешь что? За своими вещами ты приедешь завтра. Что это значит? А это значит, что я не хочу тебя видеть. Все. Точка. Танечка, подожди, ведь я же люблю тебя. Если я совершал ошибки, это были ошибки из-за любви, Таня. Пупсик, подожди. Thank you.
хватит! Танечка, я прошу тебя, возьми себя в руки! Не могу я больше притворяться! Я не понимаю, почему я должна жить твоими интересами, твоей жизнью! Я хочу жить своей жизнью! Нашей. Ты знаешь, сколько сил я угрохала на то, чтобы жить вот этой жизнью? Мне надоели твои капризы, Коля, все, хватит, край! Танечка, ты только не волнуйся! Я прошу тебя, только не волнуйся! Вы-то куда? Ой, замолчи ты! Почему я должна перед ним оправдываться? Я не понимаю. Я перед ним, Ритуль, ну почему? Конечно, ты не должна. Я не должна перед не тобой должна. Оправдываться. Ты понял меня? Таня, а ты я с тобой, Таня! Вещи свои не собрала. Танечка, ты же сказала завтра. Я могу помочь. С большим удовольствием. Не надо, ну... Здрасте, Анна Юрьевна. Здравствуй. Светочка, а ты гостей ждешь? Нет, а что? Да тип какой-то здесь терся. Мань, слушай, ну как-то неловко. Она ждет тебя одну, тут и я такой, здрасте. Может, все-таки предупредить человека? Дим, ты с кем хочешь разговаривать? С ней или с Глебовым? Если с Глебовым, давай будем предупреждать. Предупреждаем? Нет. Да? Это... Маня? Привет! Да, Мань, заходи. Смотри на меня. Вот гаденыш. Что им нужно было от тебя, на Софи? Ты человек. Сначала удираешь, потом спасаешь. Может, все-таки скажешь, Андрей, ты кто? Я тот, кому вы спасли жизнь. Что ты хочешь от Светланы? Я же сказал, что не знаю никакого Грицука, ни его жены. Ай, ай, вот ты проговорился. Откуда ты знаешь, что она его жена, а? Говори, я все равно все узнаю. Так только не вырубайся, слышишь? Слышишь? Не отключайся. Черт. Алло, скорая!
Куда платят? Я сам разберусь. Это мое полотенце. Это мое, я вон. Досталось кольчики, да? Давно пора. Без него было лучше. Ты Макс. А вы кто? Эдуард Владимирович. Да кому я говорю? Я друг твоей мамы. Вообще-то она мне нравится. Мы собирались поужинать вместе, но она позвонила, сказала, что все отменяется. Ну вот, пришлось приехать. Не вовремя мы приехали. Ну, не скажи. Вон, смотри. Ключи отдай! Ах ты, паразит! Сейчас этот концерт закончится. Да идите вы! Сам иди! Глаза бы мы тебя не видели. Это ж надо, а? Паразит. Так, вот. Держи. Зачет. Скажи маме, как успокоиться, пусть выходит. Ладно. А вы кто такой? Сам справишься? Да, справлюсь, справлюсь. Конечно. Спасибо, что позвонил. Ну, тогда пока. Пока. Угу. Держи. Спасибо. Давай, 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 давай. Давай. Он забрал папку. И ни денег, ни драгоценностей. Нет. Кому это нужно после смерти твоего мужа? Я не знаю. Там были имена, документы, все его подельники. Кому-нибудь из них и нужно. Ну, но он же все подробно описал в этой своей книге дурацкой. Я не знаю. Я ее не читала. Я же никому о папке не говорила, кроме тебя. Mm-hmm. А мне зачем кому-то об этом рассказывать? Я не знаю. Ты работаешь с известными людьми, некоторые из них там упоминались. Ты должна мне верить. Иначе зачем мне вообще вся эта история? Только ради тебя. Ты должна мне идет операция. Так все будет хорошо, поняла меня? Настраиваемся на лучшее. Я даже не знаю, что произошло. Господи, Димка, ну как же так? Да я знаю, что произошло. Мы пошли к этой жене Грицука, просто у Димы, как обычно всегда, были какие-то к ней вопросы. Там оказался грабитель, в общем, Димка побежал за ним, я осталась этой Светой и просто... А я вот знала, что добром все это не кончится. Алиса, он, между прочим, Свету спас. А ты тоже помогаешь ему в этих дурацких расследованиях, а? Значит так, помогаю ему не в расследованиях, а в первую очередь я помогаю тебе, а потом уже ему. Прости меня, Маня, прости. Я сама не понимаю, что говорю, прости. Успокаивай.
Дима! Димочка! Не надо, он не слышит ничего. Василий Петрович, ну, как он? Ну, все обошлось, Алис. Утром он придет в себя. Спасибо вам. Слава богу, кто-то там на месте ему помог, перетянул артерию. Выяснили, кто это был? Неизвестно, Василий Петрович, скоро не дождался. Жаль, доброе дело сделал, иначе... Что? Истек бы кровью до приезда скорой. Угу. Когда у следователя возникнут вопросы, пусть звонит лично мне. Ну, я в любом случае завтра... До свидания. Заеду в отделение. Ну, я думаю, тебе стоит поехать со мной. Нет, Миш, спасибо, не надо. Свет, но здесь небезопасно. Я думаю, он взял, что хотел, и больше не вернется. А если нет? Мы не знаем, кто это, зачем он приходил. Там 5 замков и щеколда. Я запрусь изнутри. Позвони, если понадоблюсь. Андрей! Остынет же! Андрей, иди ужинать. А что случилось? Все в порядке, Наташа. Все в порядке. Мне уйти?
да, да. Я посмотрю, конечно, посмотрю. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, я посмотрю. Алис. Тише. Алис. Сейчас, подожди, не уходи, подожди. Я... Сейчас, подожди. Алиса, не уходи. Подожди, не волнуйтесь. Я посмотрю, я не уходи. Подожди, Алис, подожди. Света! Света, стой! Света! Свет! Ты чего? Миша! Миша! Свет! Тихо! 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 Ты чего? Мне страшно. Что? Слышишь? Мне страшно. Что? Мне страшно. Я больше не могу. Тихо, тихо, звонил. Тихо. Успокойся. Он мне звонил. Кто звонил? Он мне звонил. Кто? Нет. Кто? Он. Кто? Муж. Тихо, да ты что? Да, как будто из ада. Он сказал мне, чтобы я призналась, что я его убила. А я его не убивала. Слышишь? Я его не убивала. Тихо, успокойся. Я боюсь. Я устала бояться. Пожалуйста, я все теперь скажу. Пожалуйста, только не оставляй меня. Не оставляй меня. Включи везде свет, пожалуйста. Видишь? Все в порядке. Никто тебе не звонил. Тебе просто показалось. Он звонил, Миш. Он звонил мне. Ты мне что, не веришь? Слушай, я знаю наверняка. Твой муж мертв. Он никак не мог тебе звонить. Не веришь? Но он звонил! Успокойся, пожалуйста, успокойся. Мы во всем разберемся. Так достаточно? Что такое? Свет. Не надо. Свет. Пожалуйста, что не такое? Надо, я умоляю. Не надо. Света. Пожалуйста. Не трогай. Нет. Подожди. Я умоляю. Не надо. Да подожди. Не трогай. Постой. Пожалуйста. Свет. Я постой. Прошу. Не надо. Нет. Нет. Стой. Нет. Успокойся. Успокойся. Нет. Пожалуйста. Да, успокойся. Не надо. Тише. Не трогай. Все. Тихо. Что такое? Пусти меня. Что такое? Хорошо. Не все. Трогай. Хорошо. Не все. Трогай. Успокойся. Не трогай. Успокойся. Какая же ты дрянь. Что ж тебя родители-то не воспитали? Пожалуйста, не надо. Ну ничего. Не надо, папочка поправит. Не надо, пожалуйста. Ой. Скажи, ты будешь хорошей девочкой? Говори, будешь? Да. Буду. То есть он все это время тебя бил? Он меня не просто бил. Никому никогда не говорила. А за что? Снимал стресс. Всю жизнь был у власти, а потом стал ее терять. Влиятельные друзья отвернулись от него. Он бесился. То есть это месть? Вся его разоблачительная книга – это месть друзьям? Он мечтал не просто о славе, о мировом признании. С фэнтези не вышло, вот, наверное, и решил сыграть по-крупному. А зачем ты привела его в издательство? Мне Чермак сказал, что это ты. Он меня заставил. Заставил так же, как и обычно. Как всегда. Thank you.
прости. Даже если это ты его отравила, мне все равно. Я его не убивала. Я решила с ним бороться по-другому. Сказала ему, что опубликую компромат, который я на него собрала. Что он? Испугался? Нет. Скорее, он испугался, что все узнают, что я его жена. Не понял. Ну как же, философ, пророк. А выходит так, что если бы не жена секретарша, то никто бы и читать не стал его писанину. Он меня стеснялся. Он меня стеснялся. Но бить перестал. Только начались постоянные истерики, поэтому я ему нитроглицерин меняла на дронкофарм. Успокоительное? Да. Чего ты смеешься? Ты что, правда решил, что я его отравила? Погибнуть. Не пришлось бы разводиться. Дурак ты! Ты меня не бросишь? Это значит нет? Ну как я могу быть рядом, когда ты меня все время отталкиваешь? Мы даже поговорить не можем. Просто если я скажу все как есть, то ты с этим не смиришься. А так, все идет своим чередом. Я просто боюсь этого разговора, вот и откладываю. Ну, давай поговорим. Ты чего? Я вспомнил, как мы нашу машину покупали. Какую машину? Нашу первую машину. Да, да, я помню. Ты вернулся из автосалона, глаза горят, говоришь, Алиска, такая машина, мечта. Но не по карману. Да, ты такая, надо просто посмотреть завтра. Да. А глаза хитрые-хитрые, а потом, гляди, вы же созданы друг для друга, бери и не думай. Да-да-да, а ты такой, будем голодать, голодать. Правильно, потом вон сколько одним кефиром питались. Но зато на машине. Да. Я был честолюбивым эгоистом, да? Еще каким? Я так по тебе соскучился. Лиз, иди ко мне. Алло, здравствуйте. Я хотел бы узнать по поводу одного пациента. Папа, все, мы уходим. Суп в холодильнике там. В обед разогреешь, хорошо? Угу. Я, наверное, задержусь немного. Ты сможешь даже собрать? Угу. У тебя какие планы на сегодня? Наташ, мне надо с тобой поговорить. Что случилось? У тебя болит что-то? Нет. Мам, ты скоро? Я иду, солнышко, иду. Сейчас. Пап, помоги. Иду.
Так, ну-ка иди сюда. Ну, что тут у нас? Так что ты хотел сказать? А я хотел сказать, что очень вас люблю. Что бы ни случилось. Помните об этом, а? Что должно случиться? Да ничего. Ну чего ты, а? Ну? Да ну тебя. Ну все, давайте. Ну все, пока. 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 А где Екатерина Семеновна? Дмитрий Евгеньевич, ну зачем же вы встали? Все хорошо, ее вчера еще вечером перевели в НИИ нейрохирургии. Там вроде как решили ее из комы выводить. Как? Как в НИИ нейрохирургии? А как договорились? Как? Там все на месяц вперед расписано. Я слышала, какой-то известный адвокат помог. Ну, как его? Этот. Глебов? Точно. А вы его тоже знаете? Нет, Василий Петрович, это вы меня послушайте. Глебов вскрыл результаты анализа таблеток. Он имеет личную заинтересованность в этом деле. Его помощь может обернуться смертью Екатерины Семеновны по таким же естественным причинам, как и смерть Грицука. Василий Петрович. Господи, боже мой, ты где был? У Екатерины Семеновны. Ее перевели в другую больницу. Глебов договорился. Так я рада за Екатерину Семеновну. Пошли, я тебя доведу до палаты. Ты что, вообще ничего не понимаешь? Глебов как-то во всем этом замешан. Дима, успокойся, это уже похоже на паранойю. Да, да, Глебов влюблен в Свету. Но да. Какое это имеет отношение к нападению на медсестру? Вот! Вот это я и пытаюсь выяснить. Но только у тебя в твоей версии очень много несостыковок, понимаешь? Например? И ты мне говоришь об этом только сейчас? Эдик, ну чем бы ты ночью помог? Он сейчас тебя просил не отвлекать. А, вот так, да? А ты передай ему, что это свинство. Держать своего лучшего друга в неведении. Так и передай ему, да-да-да. Вот сам и передашь. Так, я уже на работе, так что твоя помощь ему будет очень кстати. Хорошо, я все понял. До встречи. Анна Ивановна, закройте кабинет, я ушел. Хорошо. Добрый день. Добрый нас день. Назначено. Как же так? Мы рады. Мы же вас только ждем. Милые дамы, сегодня консультации не будет. Как? У меня почему? Дела? Я понимаю, я понимаю. Анна Ивановна всех перезапишет на другие дни. Да ну что, ну зачем? Как? Ну так я же вас сегодня? Всех приму. Бесплатно. О-о-о. Все, пока. Таня, хорошо, что ты приехала. А что случилось? Только что поступила информация. Вчера на жену Грицука было совершено нападение. Слава богу, все живы. Но по счастливой случайности там оказался Долгов. Что? Правда, он немножко пострадал. А что с ним? В больнице, все нормально. Но это же сенсация! Да я понимаю, но почему сразу со мной-то не связались? Так, мне нужна бригада, готовь, пожалуйста. Нет, знаешь что, я пойду одна, мне нужен только оператор. Ага, хорошо. Ну хорошо. Предположим, что Глебов и Света здесь ни при чем. Но кто-то ведь покушался на Екатерину Семеновну. Я так понимаю, что она оказалась случайным свидетелем. Да? Только свидетелем чего? Внезапной смерти Грицука. Ну, предположим. Кто-то заменил нитроглицерин на гликозид, что и вызвало остановку сердца. Да, этот кто-то очень хорошо знает свое дело. Ты хочешь сказать, что этот кто-то из... Этот кто-то с медицинским образованием. Слушай, нужно прочитать твои детективы. Успеешь еще? Ладно, Димка, я прибежал попрощаться. Я, между прочим, на самолет опаздываю. Если я сейчас перенесу опять этот рейс, меня Алекс уже не простит. Угу. Так что давай уже без меня дальше. Да. Только будь давай. Осторожен. Давай Алексу привет. Вот и...
Я очень рада, что вы с Алисой помирились. Хорошо. Давай, мой родной. Ты сразу в аэропорт? Да. А, не по пути. Все, пока. Ага. Долгов, ты куда намылился? О, супер, поехали. Подвезешь? Что значит подвезешь? Что? А ну-ка обратно в палату. Подожди. Я Олесе пообещал за тобой присмотреть. Не-не-не, ты не понимаешь, мне срочно нужно в ней нейрохирургии. Поехали, подвезешь. Дим, да ну серьезно, ты обалдел, что ли? Ты с ума сошел? Зачем тебе НИИ? Дело в том, что туда отвезли Екатерину Семеновну. Она в коме, решили выводить там. Мне необходимо быть рядом, да, понимаешь? Да, я понимаю, что тебе там делать нечего. Без тебя там справиться. Ты понимаешь, в чем штука? Мне кажется, что Екатерина Семеновна стала случайным свидетелем преступления. Ее жизни угрожает опасность. Поехали. Нет. Сам-то берусь. Ну, а ну-ка, куда? А ну-ка, стоять! Куда сам? Долго меня. Куда ты сам собрался? Ну-ка, сядь. Сам он доберется. Эдик, спасибо. С тобой будет хоть врач. Ты настоящий друг. Угу, какой-никакой. Я тебя пожалею. Но врач. Как бы ты туда попал без моих связей, а? Об этом я не подумал. Так что теперь ищи его в НИИ. Да, Мань. Спасибо. Узнай, как он там, сообщи. Да, я все узнаю. Договорились. Пока. Пока. С Долговым все в порядке. Ну, слава богу. Ты уверена, что хочешь поехать со мной? Да. Да. Я тут одна не останусь. Ну, хорошо. Поехали. Абельман сказал, что они с Долговым едут в институт нейрохирургии. Вчера же только операцию сделали. Вот дают, а? Попробую взять у него интервью насчет того, как он жену Грицука спасал. Кстати, до нее удалось дозвониться? Пока нет, пока трубку не берет. Но я дозвонюсь обязательно. Ага. И свяжусь с пресс-секретарем института. Так, ну где? Где Вася-то? Да вон он. Вась, ну что ты, а? А еще так дольше садитесь. Можешь? Ну все, давай, все, давай, быстрее. Все уже здесь. Не-не-не, Дмитрий Евгеньевич. Да ну к тебе. Девушка, здравствуйте. Как нам найти за отделением? Сергея Ивановича? Да. А вы, собственно, кто? Я Долгов, Дмитрий Евгеньевич. Как нам заведующего найти? Абельман Эдуард Владимирович. Да вы не переживайте, Верочка. Свои. Мы от Виктора Васильевича. Нам назначено. Да, конечно. Пойдемте, я вас провожу. Спасибо. Вы проводите, пожалуйста, больного. А мне надо кое-кого встретить. Кого? Кое-кого. Что скажешь? На мой взгляд, прогноз положительный. Угу. МРТ хороший. Угу. Самое главное, что ни один из участков мозга не пострадал. Угу. Думаю, будем выводить из комы. Осложнений не будет? Я, конечно, гарантировать не могу. Но и предпосылок к этому не вижу. Думаю, справимся. А вот Сергей Иванович. Это хорошая новость. Хорошая. Дмитрий Евгеньевич, вы что здесь делаете? Что Василий происходит? Петрович, простите, пожалуйста, за вторжение, но я должен был приехать. Вот, познакомьтесь. Сергей Иванович, Дмитрий Евгеньевич Долгов. Да. Да. Очень приятно. Мой пациент. Да. Да. И по совместительству хирург моей же больницы. Да. Временно отстраненный от должности, который вместо того, чтобы находиться в своей палате после вчерашней операции, да. Ну, примчался сюда. Да. Спасать Екатерину Семеновну. От кого спасать? Вот я тоже хотел бы это узнать. Возможно, я не прав, но последние события навели меня на мысль, что покушение на Екатерину Семеновну совершил человек, который имел свободный доступ в больницу. И что? А то, что он не закончил начатое, возможно, совершит еще одну попытку. Я считаю, что жизнь Екатерины Семеновны в опасности. Это совершенно невозможно. У нас очень серьезная система пропусков. Вы как здесь вообще очутились? Вот!
Тут и оно. Сергей Иванович, пятая палата. Пятая палата. А что пятая палата? А кто в пятой палате? Екатерина Семеновна. Пойдем. Да. А если он не поверит? Ну как не поверит? Ты же ни в чем не виновата, мы теперь можем это доказать. Боишься? Ну хорошо, давай так, я пойду поговорю с Долговым, ты подожди меня здесь. Ну, тоже как-то некрасиво получается. Надо хоть спасибо сказать. Ну вот потом и скажешь. Я ему все объясню, и ты немножко успокоишься. М? Хорошо. Спасибо, Миш. Все будет хорошо. Я позвоню тебе, как только поговорю с Долговым. Угу. Так, состояние стабилизировалось. Екатерина Семеновна, вы меня слышите? 3 кубика внутривенно. Да почему 3-то? Вы что, лекарства экономите? Давайте 5. Я знаю, что я делаю. Давайте не будем мешать коллегам. Я не собираюсь мешать коллегам. Я собираюсь помочь. Она в хороших руках. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Маленького мальчика, ей-богу. Пойдемте, пойдемте. Не волнуйтесь, Дмитрий Евгеньевич. Все хорошо. Сергей Иванович замечательный врач. Да, надо не забыть поблагодарить Глебова. Наверное, только я не уверен, что все закончилось. Да вы о чем? Дмитрий Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. Я как раз вас ищу. Василий Петрович, вы позволите? Да, да. Дмитрий Евгеньевич, я вам хочу кое-что показать. Вот, посмотрите. Мне прислали это анонимно. Вероятно, за тем, чтобы убедить в том, что Грицука отравила именно Светлана. Алло, Эдик, привет. Ну, мы подъехали. Куда нам идти? А, ладно, поняла. Да, ждем. Сказали подождать. Я тогда в вестибюль, а ты заявочные планы сними. Хорошо. И вы ее покрывали? Да, да. Именно поэтому я не показал вам результаты анализа таблеток, но я полагаю, что о моем особом отношении к Светлане вы догадались уже. Сейчас-то почему вы решили мне все это рассказать? Потому что я узнал некоторые подробности ее, ну, так сказать, семейной жизни. Я вас уверяю, она ни в чем не виновата. А где она? Я хотел бы с ней поговорить. Пойдемте. Да успокоительное я ему подсыпала, чтобы он спал. Он просто замучил меня своими истериками. Что мне еще оставалось делать? В больнице-то зачем вы подменили? Медсестра принесла ему нитроглицерин. Я просто испугалась, что он заметит разницу, потому что я все время заменяла ему эти таблетки. Если бы он заметил… Получается, гликозид ему подменили уже после. И подменил тот, кто прислал видео. Свет, дай, пожалуйста, папку. Смотрите, я навел справки в суде. Грицук платил алименты. Первую семью он бросил лет 30 назад. Это его сыновья. Взрослыми мне найти их не удалось, пока я не рассмотрел снимок внимательней. Вот этот вам никого не напоминает?
Думаю, именно сын убедил отца не афишировать их родство. У него другая фамилия, поэтому вы его не нашли. Черт. На него бы я подумал в последнюю очередь. Ему нужно закончить начатое. Он придет сюда, чтобы убить Екатерину Семеновну. Или уже пришел? Дмитрий Евгеньевич, а мы ведь поможем Татьяне? Дмитрий Евгеньевич! А вы кому? Здрасте. Мне нужен Долгов Дмитрий Евгеньевич. Он только что сюда заходил. Я не могу до него дозвониться. Долгов только что вышел. А вы вообще кто? И почему вы без халата? Покиньте немедленно помещение. Вам нельзя здесь находиться. Извините. Молодой человек, мне охрану позвать? Уверена? Мы можем отказаться. Скажи только слово. Нет, Миш. Я устала бояться. Я дам это интервью. Хорошо. Ну, можно начинать, только я прошу вас поделикатнее. Ну, конечно. Спасибо. Готовы? Вы не понимаете только одного, что он может появиться здесь в любой момент, понимаете? Да, в любой момент. Не волнуйтесь, все под контролем. Здесь очень хорошая охрана. Сергей Иванович сказал, что все худшее уже позади. Нет, я остаюсь. Еще пару дней она восстановится. Я просто буду здесь, я просто буду рядом. Я просто здесь. Ты слышал, что сказал доктор? Да. Тебе нет смысла здесь оставаться. Еще не дай бог швы разойдутся. Что я с тобой делать буду? Мне тоже нужно возвращаться. Я охрану предупредил. Все под контролем. Поехали, Дмитрий Евгеньевич, поехали. Дмитрий Евгеньевич. А вы-то как здесь оказались? Как ваша рука? Было бы лучше, если бы не вы. Ну, если бы не я, вообще бы умер. Я не понимаю, вы за благодарностью приехали? Мне надо с вами поговорить, если можно, наедине. Пойду, проведу Татьяну. Ну, если что, я неподалеку. Угу. Пойдемте. Угу. О чем вы хотели поговорить? О Грицуке. Дело в том, что это я его убил. Вернее, я не совсем в этом уверен. Все. Я вам очень благодарна. Спасибо. Все. Ну, а я могу вам как-то помочь? Жалко, конечно, что все документы пропали. Ну что, все в порядке? Угу. Подождешь меня немного? Я все было. Я с тобой, Миша. Ну, пока все. Да? С Долговым попрощаюсь. Таня, все в порядке? Да. Конечно. Ну, замечательно. Зачем вы заходили к нему в палату? Я тогда в больницу к вам приехал, вы помните? Там я его и увидел. Я думал, что за столько лет все забылось. А тут увидел и понял, что убью его. Он зашел в палату, хотел подушкой его придушить. А он, главное, не защищался. Он просто рукой так закрылся. Жалкий такой. И не смог. Привет, светлячок.
Зачем? Зачем возле дома Светланы вы стали убегать? Ну, я когда узнал, что этот ее умер, я решил зайти, не знаю зачем. А когда увидел вас, я испугался. Не хотел отвечать на вопросы. А сейчас, значит, захотели. Надоело. Угу. Если он умер по моей вине, то всю жизнь бегать я не собираюсь. Понятно. Я просто ему наговорил там всего. Он посинел, за сердце схватился, таблетки стал глотать. Я думал, он притворяется. Мне противно стало, я ушел. А он умер. Выходит, я его убил. Нет. Он умер от сильнодействующего препарата, который ему подсунули вместо нитроглицерина. Кто подсунул? Кто подсунул? Таки. Я знал, если кто мне обедню испортит, так это ты. Как такое с отцом мог сделать сын, да еще и врач? Да какого отца? Что ты знаешь? Он животное. Мать в могилу загнал. Брата забил так, что тот инвалидом сделался. Коробочки на фабрике клеит. Какого брата? Ты никогда в жизни про него не рассказывал. Да когда? Когда? Ты же у нас на расхват, всем нужен. Никогда нет времени. Гений. Я здесь при чем, Костик? Вот именно что, Костик. Всю жизнь Костик. А ты Дмитрий Евгеньевич. Если бы не ты, я был бы первым. Понятно. Да что тебе понятно? Тихо, да не дюгу я. Что тебе понятно? Ты жил когда-нибудь в тени? Ну так вот, я всю жизнь в твоей тени, Дмитрий Евгеньевич. То есть ты убил отца для того, чтобы меня уволили? Я всю жизнь мечтал его убить. И вот случай подвернулся. Получается, что вы запугивали его дурацкими фокусами, потом, не открывая родства, определили на лечение к Долгову. Так? А все равно ничего не докажете. Докажем, Чехов. Не докажете. Мы тебя взяли с поличным. Екатерина Семеновна даст показания. Отсюда. Ты снял, как Светлана зашла к Грицуку в его палату и поменяла нитроглицерин на успокоительное, а потом сам зашел и подменил успокоительное гликозитом. Поверь мне, мне хватит связи, чтобы к тебе не проявили ни капли снисхождения. А, все равно ничего не докажешь. Я всю жизнь мечтал его убить. Вы что, все это время записывали? Да, Костик. Ну, хорошо. Клиническая картина тебе ясна? Кардионевроз. В сочетании с гликозитом, фибрилляция, остановка сердца. Когда его стали спасать, это только усугубило ситуацию. Профессионал. То есть вы прислали мне анонимку и таким образом хотели решить свои проблемы, правильно? Тут два варианта. Либо вы, либо она начали во всем подозревать Долгова. Угу. А убийцы, если все скроется, хотели выставить Светлану, правильно? С ней все равно надо было что-то делать. Она наследница, почему бы не сделать ее убийцей? Подожди. Все. А Екатерину Семеновну за что?
Вопросы начала задавать? Да при чем здесь вопросы? И так все понятно. Ты с анализом, таблетки. Плюс она видела меня у него в палате. Вот тебе и дважды два. А не добил почему? Пожалел? Белла постучалась. Пришлось ее уводить. Потом ты приперся. К Светлане зачем вломился? За компроматом? Чтобы его уничтожить? Да. Вот они. Ага. Попади он кому-нибудь в руки. Забираем его. И все, папаше на наследство. Быстро бы конфисковали. Какой же ты все-таки... У нас были бы чудесные дети. Девчонка и пацан. Оба ужасные непоседы. Воспитатели бы в детском саду вечно не жаловались. Они ведь везде рисуют. Они везде рисуют. Ну, конечно, они же художники. Папины гены. И мамин упрямый характер. Ну, спасибо. Зачем ты отпустил своего светлячка? Я поверил, что ты его могла полюбить. Дурак. Дурак. Прости. Прости меня, пожалуйста, если сможешь. Мне пора. Стой! Как же так? Костя, как же так? Да просто звезды не так сошлись. Мне всю жизнь не везет, и здесь не повезло. А мог бы выиграть. Мог бы. Мне брата жалко. Он маленький такой смышленый был, а теперь ну-ка, наверняка сопьется. Давай, давай. Давай. Жалко брата. А как вы решили распорядиться наследством вашего покойного мужа? Знаете... Я не хочу иметь ничего общего с этими деньгами. Так что это наследство. Мне оно не нужно. О. Деньги будут лежать в банке. Проценты от них обеспечат младшего сына моего покойного мужа. Он инвалид, ему нужен особенный уход. Тем более теперь, когда его старший брат оказался в тюрьме. Ну, а все то, что будет оставаться, буду отдавать благотворительным фондам. А мне? Раз, два, три. Ура! Спасибо, спасибо. Давай резать торт. Ну, налетайте. Так, я съем два куска сегодня. Оп. Так. А этот кусочек вкусненький. Вкусненький, вкусненький. С розочкой тебе. Папе уж какой, какой достался. С днем рождения, любимая. Что-то достанется и вашей семье обязательно. Обо всем позаботится мой защитник, Глебов Михаил Алексеевич. Здрасте. Ну, а я, в свою очередь, хочу еще... Здрасте. Пойдемте скорее, уже эфир заканчивается. Генеральный. Дмитрий Евгеньевич Долгова. Да, спасибо, да, я все поняла, Бронислав Вячеславович. Спасибо. Сказал, все отлично. Продолжать в том же духе. Рейтинги. Поначалу особых симпатий не было. Сумасшедшие. Какая удивительная история. Очень жаль, что главный ее герой, профессор Долгов, не смог сегодня присутствовать на нашей программе. Ввиду занятости.
С вами была Татьяна Краснова. Дима, да ты теперь у нас звезда. Димка, а ведь действительно история достойна пера. Не хочешь стать главным героем? Мань, ты ведь детективы будешь писать, правильно? А я врач. Я просто собирал анамнез. У меня сок. Так, ну все, готов, можем садиться. Да. Манечка, значит так. За выход ваших с Алексом книг, за то, чтобы тиражи росли, а... Секундочку. Алиса, а что-то мне кажется, у нас есть более серьезный повод. Что, так заметно? Ну, как сказать, банальные признаки, но я так понимаю, еще не все в курсе, да? Понятно. Ладно, я отключаюсь, а вы когда договоритесь, созвонимся. Аривуар, котятки. А почему ты мне ничего не сказала? Дим, ну я боялась, что ты скажешь. Опять не время, нужно подождать. Для нас у меня всегда будет время. Ты правда к этому готов? Я тебя люблю. Вот это правда. Я хочу с тобой растить наших детей. Это тоже правда. Я хочу жить и состариться вместе с тобой. Это правда от первого до последнего слова. Алиса, можно я отвечу, а? Я быстро. Вдруг это важно?